Всем привет, друзья! Вы на канале Виктор Павленко. Давно не было видосов, но я делал паузу перед баскетбольной медиа-лигой. И мы врываемся в новый сезон вместе с моими корешами и вместе с командой Two Drots. Первая игра нового сезона. Погнали! Виктор Пи. Михаил Гюнтер, легенда. Поддержим друг друга. Нервно. Друзья, мы в раздевалке Two Drots, и сейчас будет распаковка, как говорится. Формы нам выдали все в последний день, ну как обычно у Two Drots. Сразу нахожу без постановы свою джерси. Смотрите, стиль, 11 номер, легендарный Виктор Пи. Цвет почти Тиффани, Two Drots в стиле Мемфиса. А пока я достал форму, у нас здесь медиа и игрок Петя Челочков, Пибол тренер. У него подписка везде больше, чем у меня. Он тренирует детей, это петарда, а.к.а. петарда. Это очень круто, что у нас в команде есть такой взрывной игрок. Че, сейчас пойдем чуть посмотрим наших соперников, и потом уже переоденемся со всей командой, познакомимся. Let's go. У нас это все проходит в центре самбо, да, и бокса. Очень лютый такой зал, не знаю, не зал, арена, многофункционально модифицирована. Сейчас все сами увидите. Вот, спускаемся на лифте. Нам же ноги нельзя забивать перед играми, поэтому только лифт, только лифт. Друзья, ну какая у меня крутая экипировочка, да? Bad Boom Basketball специально для меня, это еще и космический сезон в МБА, поэтому моим корешкам особый респект. Приходите в мой телеграм-канал, там в закрепе все условия партнерской акции, пользуйтесь. Друзья, посмотрели первую игру Players Club. Наши соперники проиграли козлам. Но там Гуди, конечно, просто MVP. Вот, давайте знакомиться. Наш фронтмен. Я так прикроюсь. Вага. У него, видите, имя, где будет написано? Вага Бон. Чтоб туда все целовали, братан, после забитых. Юра Качков. Команда Two Drots. Знаете, почему он взял такой номер? Из уважения ко мне. Он тоже под 11 играет, но взял 111. Но это тоже, знаете, к нему ко мне как относится? Это номер моей квартиры в Липецке в родном. Это моя хата. Заходи, пожалуйста. Так что, Юра, Петяна мы представили. Егор Крюк. Это стил драфта прошлого сезона. Единственный человек, который играл больше, чем все задрафтованные люди, наверное, которые были в том сезоне. В мире. Санек Маркушевский. Мой братуха из Тринты. Где-то он записан как СММщик Виктора Пи. Вот. С первого сезона. Да, с первого сезона мой братик, вообще, сколько с ним знакомы. Леха Кузнецов, медиа-игрок. Встань на весы, брат. У нас есть Олежа, он задрафтованный, игрок Two Drots, инсгавка, и очень пытается оттуда. А вот модель плюс сайз, Михаил Гюнтер, легенда, наконец-то мы с ним сыграем. Последний раз мы с ним играли в 2013 году. Белыч, ну тут как бы пальма, ангелы, из Токио. Белыч из Токио! Let's go. А вон мы забыли, Бензимян, Карейчик, сделай стигму. Да. А что там у тебя? Бензимян. Бензимян, что? И спасибо нашим братишкам из Анты. У Каренчика новые подкрадухи сюда. Кто там? Кто там? Звонят. Ой-ой-ой, Анта на связи. Ребят, почти со всеми познакомились. Если что, потом добьем. Переодеваемся и играем с Players Club. Может все что угодно происходить. Я вчера парням на тренировке говорил. Ошибка – это не катастрофа. Это, наоборот, позитивно воспринимайте. Это шанс ее исправить. Поддержим друг друга. Только начало чемпионата. Мы должны быть вместе, командой, всегда.
первого сезона я был Студроц, помог провести им драфт, поэтому они выбрали Мишаню Гюнтера. Второй сезон, конец сезона, где-то я тренировал ребят, но потом Вага сказал: Миша Гюнтер, Гатос, Виктор Пи, Кузя, надо заходить, поэтому мы здесь. Братец, новый сезон медиабаскета уже скоро. Мы провели прошлый сезон совсем плохо, и я считаю, нам нужны изменения. Братан, я считаю, что надо вернуть людей, с которыми мы рвали первый сезон. Я предлагаю вернуть Гатос. Йоу, пацаны, здорово! Здорово! Слава. Безумно рад, но я считаю, что нам нужен крутой тренер. Братец, но Кузнецов вроде на сборах в Турции, у тебя есть что-нибудь на примете? Братан, у меня есть на примете один мега мощный тренер. Кто же это? Нам нужен Виктор Пи. Виктор Пи! Это доска, это маркер. Играйте сами. Шучу. Ладно, я очень рад к вам присоединиться. Наконец-то это случилось. Братцы, ну я вот смотрю на нас и считаю то, что нашей команде не хватает немножечко опыта. Я думал, что нам нужен Майкл. Джордан? Не, Гюнтер. Гюнтер? Да он больше не играет в баскетбол. Он больше не играет в баскетбол? Майкл, ты больше реально не играешь в баскетбол? Сыграем в баскетбол. Давай сыграем в баскетбол, let's go, тут рот! Последние секунды. Сцены нет, и на этом матч завершен. 21-36. Миша, ты начинаешь его чуть-чуть это поддавливать, он тебя пробивает. Отступай, Миша, тебе говори. Через одну. Договорились играть транзит, и Миша не проверяет. Не надо так делать. Давайте туда бери. Когда такая история, Ваг, видишь, что то, что он на тебя бежит, ты не успел встать, он там раньше. Просто, просто встань на месте. Вот, Вага трёхку забил, красава. Первый да. За три сезона. Да. Олег, почему заметил, два раза расслабились, бросай трёшку, ты уже бежишь на подъем. Ты то же самое делаешь. Согласен. До конца. Вот, по сути, три подбора, понимаешь? Друзья, ну что сказать, первая игра. Нервно, как сказать. Я вообще первый раз играл в таком формате. Первую трёху забил, потом крышечка шу-шу-шу-шу-шу. И все, и началось один в один вот это вот. Очень много забрали мячей и играли в стритбол один на один. Так здесь не пройдет. Вага большой молодец, респект ему. Трёшечку забил. Ну, что? Не стерпели, как сказать. Ну, ничего. Спасибо, что посмотрели. Поставьте лайк. Очень вас всех люблю. Вперед, Тудроц. Давай. Ребят, досада начинает с поражения. Я вам так скажу. Виктор Пи начинал вначале издалека. Следил за нами первый сезон. Второй сезон уже тренировал нас. А третий он уже играет за нас. Поэтому мы должны только прибавлять, выигрывать и побеждать. Я уверен, что победы придут, а вы должны быть с нами, поэтому поддержите нас и Виктора Пи особенно. Ну что, первая игрушка, она такая скомканная чуть получилась. Я вот из себя вышел, потому что вот сборы пройдены, 10-дневные. Но вот у меня уже эмоции, понял, я перегорел полностью. И тут вот, знаешь, результат плохой пошел, и я сразу вот разозлился, знаешь, вот до мозга костей просто. Такого, наверное, больше нельзя повторять ни в коем случае.
Готовимся ко второй игре, там сладкий рокет, надеюсь, будет приятно. Друзья, весь красный, прекрасный, как вам форма? Спасибо, что посмотрели первый выпуск, была жесткая бойня, мы, к сожалению, проиграли. Сейчас будем играть против Rocket Team, у них крутой медиа-игрок. Раз, это Карандаш, и два, это Big Soul. Так что, стартуем и давайте начинать. Let's go, Two Droids против Rocket Team. Wave!